Уже скоро закончится прием предложений на вступление в состав молодежной избирательной комиссии Челябинской области. Заявки принимаются от всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет, но основными участниками остаются студенты. Молодежный избирком – постоянно действующий совещательный и консультативный орган при избирательной комиссии Челябинской области. Основная цель его – именно вовлечение молодежи в электоральный процесс. Одним из направлений деятельности областной избирательной комиссии, ну и в принципе развитие, в рамках развития общей системы избирательного, скажем так, права в нашей стране, это все равно воспитание соответствующих там групп молодежи и вовлечение их в процесс голосования. Работа с молодежью – одна из приоритетных задач правительства области на 2017 год. Большинство членов состава комиссии, завершающего свою работу, перейдут в новый, пятый созыв молодежного избиркома. Молодые люди неравнодушные есть, люди, у которых горят глаза, есть, поэтому это не может не радовать. Даже в столь непростое время.